В центре Москвы найдены предметы горожан 18-19 веков. Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Во время раскопок вблизи Сретенки археологи нашли множество предметов, принадлежавших горожанам 2-3 века назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Среди найденных предметов есть фрагменты курительных трубок, монеты, части керамических подсвечников, а также единичные артефакты, такие как металлический складень с иконами, нательный и наперстный кресты, миниатюрный керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка и латунная аптечная гирька. Предметы датируют 18-19 столетиями. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, до конца 18 века улица Сретенка считалась одной из главных улиц в городе, на которой жили торговцы и ремесленники. Дополнительную информацию об артефактах, найденных московскими археологами, можно найти на сайте мэрии. На этом у меня все. Еще больше новостей жизни столицы можно найти на сайте mymsk.online. Пока!